Продолжаем выпуск. В селе Караул Восточно-Казахстанской области установлен памятник отцу великого казахского поэта Абая Кунанбаева Кунанбаю Скинбайулы. Скульптура выполнена из меди. На его открытие прибыли гости из соседних районов и городов. Памятник был установлен местными предпринимателями и уроженцами Абайского района в рамках программы «Туған жер». Собравшиеся отмечали, что Кунанбай оставил большой след в истории казахского народа. Он был не только справедливым судьей, но и занимался благотворительностью. Об этих и других фактах его жизни гости смогли узнать из книги «Даладын Шпаны Кунанбай». Презентация издания прошла в сельской библиотеке. Ее автором является местный литератор Асет Мырзакысым. Цель одна – рассказать, кто был на самом деле Кунанбай. Долгое время многие о нем ничего не знали. Подрастающее поколение должно знать и чтить великого земляка.